Апошні бастыён засталося пераадолець абітурыентам. Напердадні вышэйшыя навучальныя установы Беларусі прыступілі да прыёму дакументаў. Пра першы дзень работы прыёмнай камісіі ў брэсцкіх установах вышэйшай адукацыі ў нашым наступным матэрыяле. У первый день приема документов в университете имя Пушкина наплыл абитуриентов. На бюджетное отделение тут готовы принять амаль 700 человек. Усяго ж могут быть заполнены 1390 местцев. Кому не треба хваляваться, дык гэта медалистам. Их примут без уступных экзаменов. Выбор специальностей в этом году поширился. З'явились два новых профиля – история политология и история археология. Как показал опыт работы с абитуриентами, эти специальности достаточно востребованы. О них интересовались абитуриенты и в течение учебного года, спрашивая, где могут получить работу данные специалисты. Также и в первый день чувствуется запрос на специальность «История политология». Тем часом у Брестском техническом университете аудитории так само заполняются абитуриентами. Тут наберут 1657 студентов, 555 из которых смогут научиться за кошт бюджета. Открылись и новые специальности – программирование мобильных систем и автоматизированные системы обработки информации. В этом году мы немножко адаптировали для того, чтобы было более привлекательно наши специальности, поэтому по ряду специальностей заочной и заочно-сокращенной формы мы сократили сроки обучения. У обоих университетах прием документов на бюджетную форму завершится 15 липня. После этого приемная кампания протягнется для абитуриентов платной формы навучання. Евгения Богатеева, Мария Вячорка, Александр Сивицкий, областные новини, Брест.